Что с вами? Не хочу и видеть вас. Вот мило какая, не пойму вас, муха укусила. Оставьте, говорю. Уйдите! Скройтесь глаз! Ума не приложу, чем рассердила я вас. Кричать не выслушав, куда как благородно. Угодно мне кричать, а слушать не угодно. Ну, если даже вас и прогневил я вдруг, мы с вами все-таки друзья. Кто? Я ваш друг? Нет, с этим кончено. Признаться, я доселе и сам так полагал. Но только что сумели вы отрезвить меня. Я этой дружбой сыт. Мне общество людей безнравственных притит. Чем я успел, Альцест, пред вами провиниться? Смешно, да от стыда вам надо провалиться. Меня поступок ваш воистину потряс. Все люди чести, все должны краснеть за вас. Или гнева моего вам не ясна причина? Сейчас, какого-то увидев господина, вы бросились к нему. О, как журчал ручей признаний дружеских, восторженных речей, сколь были пламенные взгляды и объятия. Расстались вы и тут, кто он, хотел узнать я. Но с безразличием вы отозвались о нем. Как звать его, и то припомнили с трудом. Фу! И не тошно вам от этой грязи гнили, ведь самому себе вы душу осквернили. Не дай бог, если б я погряз в таком стыде, да я б повесился на первом же хвосте. Проступок! Но вопрос, есть тут проступок, нет ли, по мнению моему, едва ли достоин петли. И хоть почтение полн я к вашему суду, однако вешаться пока что подожду. И в этом ваш ответ. В дешевенькой остроте. Так, если не шутя, к чему же вы зовете? К тому, чтоб человек был искренен и прям, чтоб не притворствовал, не лгал. Понятно вам? Но если кто-то мне бросается навстречу с объятиями, уже ли я тем же не отвечу? Мои признания, долг учтивости и сторг, нельзя же? Не платить восторгом за восторг. Да ну, а вот меня ли взгляд кривляния эти, которые теперь столь модны в вашем свете, всех тварей мерзостных мерзея во сто раз. Мне ваши мастера ужимок и гримас, поставщики похвал, дарители объятий, умельцы вечных дружб и пламенных симпатий, те, что на каждого ересь словесный льют, будь это светлый ум или ничтожный шут. Кой прок, скажите вам, от пылких излияний, от воплей радостных, от дружеских признаний и клятв в любви, когда друг закадычный ваш пред каждым олухом в такой же входит раж. Нет, нет, участвовать в постыдном этом торге, лжедружбой покупать фальшивые восторги, тщеславнейший, и тот хвала мне слишком рад, коли заливаются они на всех подряд. Нет, дружба испоком на выборе стояла. Нет, дружит тот ни с кем. Кто дружит, с кем попало, коль порча наших дней затронула и вас, как вам мой интерес, прошу простить, угас. Мне в сердце чересчур просторным неуютно, кто всем бросается в объятия поминутно, кто не судя грехов и не ценя заслуг, с любым и каждым рад дружить. Тот мне не друг. Но в обществе, живя, придерживаться надо его обычаев привычного уклада. Я вам говорю, лжедружба это стыд! Из-за нее карать строжайше надлежит. Нам людям нужно быть людьми. При каждой встрече в согласии с чувствами должны быть наши речи. Пусть чувства явятся наружу без прикрас, отбросив мишуру пустопорожних фраз. Однако же, когда правдивость безгранична, она порой смешна и даже неприлична. Я усомнюсь, хоть ваш вердикт неумолим. Все нужно ли изливать? Что в сердце мы таим, и подобает ли, учтиво ли, всем людям выкладывать в глаза, как в мыслях мы их судим. А если кто-то вам против, что тогда? Уже объявить ему об этом? Да! Вот как? Эмилии, кокетки престарелые, отважитесь сказать, что ни к чему день целый ей наводить красу, что жирный слой белил, плачевность перемен еще усугубил? Отважусь. Известить возьметесь Дариласа, что надоедливее нет в мире лоботряса, что слушать нету сил уже ни у кого про доблести его, про связи и родство? Возьмусь! Ну вы шутите! Нисколько эту стаю кривлях и пустомель щадить я не желаю! Ах! Жизнь столичная, куда ни брошу взгляд, все люди странны мне, меня печалят, злят.
Повсюду фальшь, корысть. Воистину, здесь царство несправедливости, нечестности, коварства. Задумаешься впрямь, не лучше ли, черт возьми, порвать все вообще сношения с людьми? От философии столь мрачной и открытий столь горьких мне смешно. Уж вы меня простите. Напрасно трудитесь. Не изменить вам мир, если прямота ваш идол, ваш кумир. Скажу, отбросив лоск учтивости столичной, что ваша мания становится комичной. Что ярость, с коей вы предприняли поход на нравы наших дней, смешит честной народ. Тем лучше, черт возьми, тем лучше, превосходно. Я рад, что им моя идея неугодна. Напротив, сделался мне Божий свет не мил, когда бы среди них я умником прослыл. И так весь род людской противен вам, я вижу. Да, так оно и есть. Его я ненавижу. Все человечество, всех смертных, всех гуртов. Но вы позвольте вам заметить и о том, что в этом обществе, в столь просвещенном веке... Мне гадки все, все. Гниль есть в каждом человеке. Одни пускаются в преступные дела, тогда как прочие с носителями зла мирятся, не дают им должного отпора. Ну разве честен тот, кто покрывает вора? Пример, пожалуйста. Вот, скажем, этот гусь, отъявленный подлец, кем нынче я сужусь. Отлично, этого все знают, господин. Оскала хищного не может скрыть личина. Елейным голосом, закатыванием глаз уж не введет в обман он никого у нас. Все, все наслышаны об этом прощелыге, который в ход пустив грязнейшие интриги, сумел так вознестись, в круги такие влезть, что совесть вопиет и негодует честь. Коль цели нет прямой, то просто по привычке плутует он и лжет. И нет позорной клички, которой бы не наградил его весь свет. Скажите, негодяй! Мерзавец, людоед! Никто не возразит. И согласится всякий. Меж тем он всюду вхож. И уважение знаки оказывают все ему. Он низкий плут, но должности в обход других к нему плывут. Да коли же терпеть, о пресвятая сила, чтоб гнусность каждая каналье с рук сходила. Вот налюбуешься на эдакий уклад и хочется бежать. Куда глаза глядят? Да. Но не лучше ли переменить методу? Стать снисходительней чуть-чуть к людскому роду, не ополчаться так. На нравы наших дней относиться к ним помягче, поровнее. Добропорядочность должна быть тоже гибкой. И несговорчивость, мне кажется, ошибкой опасной крайности. Известно всем давно, быть мудрым чересчур, не чересчур умно. Спуститесь с облаков. Скажу вам откровенно, хоть строгая мораль теперь и современна, вы слишком многого хотите от людей. Не надо жить в плену несбыточных идей. Мир переделывать. Глупей занятия нету. Оставьте, право же, фантазию эту. И я сам думаю, как вы. В день по 100 раз. Ах, если то и то переменить у нас, я бы мог на всех кидаться негодуя, но воли ни словам, ни чувствам не даю я. С нравоучением не надо к людям лезть. Мир нужно принимать таким, каков он есть. Глядим критически на общество мы с вами. Но я с бесстрастием. Выскрежища зубами. С бесстрастием, так-так. Словечко хоть куда, с ним зло для нас не зло, беда с ним не беда. А если бы ваш друг вас предал без зазрения, а если бы у вас плут отнимал именье, а если б клевета вам расставляла сеть, вы тоже бы могли мириться и терпеть. Пороки, что... Пороки, что для вас столь нестерпимо гадки. Суть лишь природные людские недостатки. Когда встречается